Велосипедистов с каждым днем становится все больше и больше, и велодорожки в Сочи – это уже требование времени. Бывают моменты, то, что людей мало, можно нормально ездить, а если их много, то приходится снижать скорость. Сейчас на улицах центрального района Сочи появились зоны исключительно для велосипедов. Вера Азанова, ученица 13-й школы, пока летние каникулы, ездит на Ривьерский пляж к друзьям на велосипеде. Когда не было велодорожек, люди ходили везде, и велосипедистам было очень некомфортно объезжать их. И люди тоже возмущались, то, что ездят так без правил. А сейчас стало намного удобнее. Но пока еще сами пешеходы не всегда замечают разделительную полосу. Так что владельцам железных коней приходится уступать дорогу. Велосипедные дорожки только-только начинают появляться, как по моему мнению, которые я только вижу. И это я вижу, если честно, в первый раз. Да, там обратила внимание, но, естественно, прошла по другой стороне. Заметно, возможно, что какая-то полоса, но надо же обладать знаниями, что она означает. Возможно, было бы лучше поставить какие-то плакаты, потому что на дорогу мало кто смотрит и на разметку. Новую велосипедную разметку на улицах Чайковского и Конституции расчертил сочинский велосипедист-предприниматель, который обратился к соответствующей инициативе к городским властям. Конечно же, мы это приветствовали, но сразу же указали на то, что это должно быть не просто вело, нарисованный велосипед или линия, а это должно все соответствовать стандартам. В первую очередь, так как велосипед является транспортным средством, то, что он будет наносить на тротуарах, должно быть согласовано на комиссии по безопасности дорожного движения. Но на согласование, видимо, решили времени не терять. В итоге появились вот такие ляпы. Это фотографии с улицы Донской. Не все в порядке с велосипедной дорожкой оказалось и на улице Конституции. Не везде разметка наносилась в соответствии с требованиями СНИПов. Где-то она вообще противоречила здравому смыслу. Конечно же, мы указали на то, что это недопустимо. Мы указали, что нужно действовать строго в соответствии, как предписывают правила в городе Сочи, как требует администрация города Сочи. Все недоработки, заверил нас Сергей Пелосян, будут исправлены. И велодорожки в Сочи останутся, но будут переделаны в соответствии с требованиями спецкомиссии по безопасности дорожного движения. Елена Овсецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.